Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Разберем задание номер 389. Какие точки находятся на одинаковом расстоянии от точки 0, но на разных полуосях? Ответ дан в пункте учебника. Две точки, координаты которых противоположные числа, находятся на одинаковом расстоянии от точки 0, но на разных полуосях. Мы ответили на вопрос номер 389. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.